Принцип гласит, не следует множить сущности без надобности. Тогда начали, использовали при синтезе покрытия нового принцип нанотехнологии. Вы автор 21 изобретения. Что такое метаматериал? А здесь нужно участвовать, если касается военно-промышленного комплекса. Быстро подвергается коррозии. Мы живем век высоких технологий. Это связано с принципом нанотехнологии. А экспорт сырья идет на третьем месте. $1000. А это будет $1 000 000. Вообще-то это ноу-хау. Китайцы же миллиарды заплатили же. Они же почему не поставили? Малый инновационный бизнес называется. Население где-то 5 миллионов. Смотрите передачу «Принцип Оккама» на Первом канале.